В наших группах второй ступени на курсе «Дизайнер сада профи» я веду занятия по основам маркетинга и самопозиционирования в ландшафтном бизнесе. А еще вместе с нашими выпускниками, преподавателями и коллегами мы выпускаем на YouTube-канале «Цветущая планета» регулярный видеожурнал. Мы назвали его «Сады в отличной форме». И вполне возможно, что многие из вас уже с ним знакомы. А еще у нас в «Цветущей планете» есть клуб садовников и выпускников. У нас есть клуб владельцев частных садов. И мы можем организовывать выездные практические занятия для наших слушателей в этих авторских частных садах. И это всегда очень интересно и полезно. И 3 года назад у нас в «Цветущей планете» появился первый в России музей садовника. Вы знаете, сначала это была просто коллекция старых садовых инструментов, которые нам передавали наши выпускники и коллеги из Москвы и из самых разных регионов страны. И вот буквально 2 года назад мы зарегистрировали, и теперь у нас есть первый в России музей садовника. И это тоже своего рода изюминка и гордость «Цветущей планеты». Мы приглашаем вас на наш сайт, на наш канал, для того, чтобы поближе познакомиться друг с другом.